записаны специально в оригинале для трио баянов. Первая из них обработка русской народной песни «Что-то жадное лишь на дорогу», которая написана в 1964 году, тогда еще Хабаровского трио баянистов, которое потом уехало в Свердловск и стало знаменитым уральским трио баянистов. И вторая пьеса «Фантазия на тему русской песни отдавали молоду», созданная уже вдохновленным коллективом уральским трио. Тимошенко создал свой коллектив из своих учеников, липецкой трио баянистов, которому в этом году исполняется уже 40 лет. И эта пьеса написана для липецкого трио баянистов. Пьеса будет без перерыва. Итак, Александр Тимошенко, «Фантазия на две руки». Thank you.
для трех министров. Юрий Романов,